В эфире телеканала ННТ «Новости Дагестан». В студии была Ахмедова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах выпуска. Бизнес Гиппократа. Экс-замглавы Минздрава Дагестана заподозрили в получении еще одной взятки. Сегодня Дагестан отмечает 30-летие Конституции. В честь праздника Сергей Меликов вручил награды отличившимся жителям республики. Гостеприимство и сострадание. О том, как в поселке Бамат-Пикюр соседи проявляют заботу друг о друге при утрате близкого, расскажем в выпуске. Не теряя надежды, Абдул-Рашид Саадулаев не прекращает подготовку к своим третьим Олимпийским играм в Париже. Силовики провели минувшую ночью спецмероприятие по нескольким адресам в Каспийске. Для этого жителей многоквартирных домов на непродолжительное время эвакуировали. Как сообщает МВД по Дагестану, в результате задержано несколько человек. После этого жильцов впустили в их квартиры. С чем была связана работа правоохранителей в этой локации, пока неизвестно. Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав детей-инвалидов в реабилитационном центре «Надежда». Глава Следственного комитета России потребовал доклад о ходе расследования. Отметим, ранее появилась информация, что подопечных в организации кормят мясом с истекшим сроком годности. Уголовное дело идет по двум эпизодам. Следком проверит не только, какого качества продукция закупается в центр, но и условия содержания детей-инвалидов в нем. Бывшего замглавы Минздрава Дагестана Мазая Рамазанова заподозрили в получении еще одной взятки. Теперь общая сумма составляет более 88 миллионов рублей. О том, что на чиновника завели новое уголовное дело, сообщает Следственный комитет республики. Установлено, что в декабре 2020 года он получил 400 тысяч рублей от директора фирмы. Рамазанов обязался помочь заключить госконтракт с Министерством здравоохранения региона на поставку лечебного питания. К ответственности привлекут не только экс-зама, но и взяткодателя. Ранее сообщалось, что с 2019 по 2021 годах Мазай Рамазанов через посредника получал по 10% от стоимости каждого соглашения на поставку медоборудования. Так он заработал около 88 миллионов рублей. Сегодня Дагестан отмечает 30-летие Конституции Республики. Основной закон был принят в 1994 году 26 июля. Именно этот день стал ежегодным общенациональным праздником. Позже принимались новые редакции, но все они сохранили преемственность первого законодательного акта. Он стал важнейшей вехой на пути становления государственности многонационального дагестанского народа, развития демократии и формирования правового государства. День Конституции Дагестана Сергей Меликов вручил награды отличившимся жителям республики. Среди них врачи, учителя, промышленники, военнослужащие, меценаты и журналисты. Сегодня наш главный правовой документ служит дагестанцам, утверждая принципы равенства, справедливости, мира и согласия, патриотизма. Это важнейшие для каждого из нас понятия, которые помогают уверенно отвечать на современные вызовы, какими бы они ни были, и уверенно двигаться вперед. Сегодня страна переживает очередной переломный исторический момент. И как уже не раз бывало, именно в период испытаний проявляются лучшие качества дагестанского народа. Мужество, преданность родной земле, верность долгу, честь, самоотверженность и готовность прийти на путь. Гостеприимство и сострадание. В поселке Бамат-Бикюрт Хасавюрта живет добрая традиция. Каждый, кто приезжает на соболезнование Тазият, ощущает теплоту и заботу соседей. Всех посетителей они с трепетом приглашают к себе домой на трапезу и ночлег. Подробности узнавал Хамза Нурмагомедов. Ему слово. Смерть близкого человека – тяжелое испытание для родственников. И чтобы максимально безболезненно перенести это горе, жители поселка Бамат-Бикюрт города Хасавюрт сохранили лучшие многовековые традиции. Здесь никто не останется голодным. В случае смерти одного из местных жителей, соседи берут на себя все заботы семьи покойного, чтобы им не пришлось переживать о бытовых проблемах в это тяжелое время. Вот таким образом открываются ворота, и вот каждый человек, он к себе провожает гостя. Это сколько получается хозяйство так делает? Это 7 дворов вниз и вверх, вот так скажем. Человек приходит на тазят, у нас обычно бывают палатки, он подходит, люди, которые ответственны, делают дуа,
после этого человек свое соболезнование относительно этого человека как бы высказывает. И как только он высказал, когда он проходит между всеми, есть человек, которого обособили для этого дела, он забирает его и к себе отводит, чтобы поесть. Потому что эти люди, они издалека приехали, и, быть может, они утомлены, быть может, они голодны. И таким образом, как бы, служим этим людям. При необходимости, если человек желает остаться, то ему предоставляется и ночлег тоже. Эта традиция берет свое начало от пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Именно его учение вдохновляет людей на бескорыстную помощь, отмечает Шамсудин. Есть хадис такой о том, что когда вот пал этот Джафар, сподвижник пророка, алейхиссаляту вассалям, шахидом, пророк, алейхиссаляту вассалям, своим сподвижникам сказал: приготовьте для семьи Джафара еду, ибо у них горе, и они не могут с этим справиться. И вот следуя вот этому хадиту, из поколения в поколение мы взяли вот этот обычай добрый и практикуем его. В поселке Бамат-Бикюрт проживает более 4000 человек. Все они преимущественно чеченской национальности. Несмотря на тяжелый период гонений на религию, им удалось сохранить лучшие традиции добрососедских отношений. То есть, кто бы ни пришел к вам, все на соболезнование, всех исключительно принимали, да? Любая нация, любой человек, придет человек, он должен его угостить, чем он может, если он не спешит. Что есть, поставит, кушает. И кто лама сделает вместе отдельно комнаты. Обязательно, и самое первое очередь указано в шариату. Вот так человек уважал. Близкие, какой верующий, неверующий, разницы нету. Соседу, чтобы уважал. Значительно люди уважали. Желательно соседям оказать ему всю угодную, возможную помощь. Родственникам погибшего тоже надо по возможности предоставить пищу своевременно. Кто хочет отдохнуть, тоже к себе пригласить. Дагестанцы всегда славились своим гостеприимством и отзывчивостью, и подобная практика жителей поселка заслуживает особого внимания и по праву может стать примером для подражания. Хамза Нурмагомедов, Шамиль Хириасулаев, Магомед Алиев, новости телеканала Энанта. Абдулрашид Саадулаев до последнего надеется попасть в Париж на Олимпиаду. Двукратный олимпийский чемпион не прекращает подготовку к своим третьим играм. В эти дни танк тренируется со сборной Азербайджана и все еще ждет приглашения от Международного олимпийского комитета. Возможно, новый импульс к его мотивации и желанию выкладываться на все 100 придала новость о допуске к Олимпиаде легионера сборной Беларуси Магомедхабиба Хадимагомедова. Приглашение к этому вольнику пришло несколько дней назад. Тем временем игры в Париже уже начались. Борцы же выйдут на олимпийский ковер с 8 по 11 августа. Дагестанские росгвардейцы стали лучшими на чемпионате СКФО по комплексному единоборству. Поединки с участием спортсменов из 9 команд управления воинских частей прошли на базе ОМОН в Каспийске. На татами вышли около 100 бойцов. Они определяли победителей в 8 категориях. Хозяева площадки показали высокое мастерство ведения поединков и заслуженно праздновали успех в 5 весах. В общем зачете наши росгвардейцы обошли команды из Кабардино-Балкарии и Чеченской республики. Победителям турнира вручили кубки, медали и другие ценные призы. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала Белла Ахмедова. Смотрите наши выпуски также в социальных сетях. Хороших новостей, приятных выходных и до новых встреч в эфире.